Подчиняйте полиции! А так что ты делаешь? Проводится встреча, где обшук, встреча управления, банка партии школы. Какие функции вы должны были выполнять? Ну, отправка фишинговых посыланий. Отправка фишинговых посыланий. С какой мотой? Кому? За шахрайские деньги? Да, за шахрайские деньги. То есть вы осознавали о том, что вы отправляли посылание, с мотой то еще особо перейшла по указанному посыланию, да? И указана группа... Так. И указана группа могла заволодить грошовими коштами, да? Ну, реквізитами. Хто був? Хто просто в групі довше, то де могли відсоток більше платити. Так, по-дальшому вони грошові кошти як розподілялись між учасниками? В якому процентному відносині? 60 на 40. Це коли відбувалося? 7 жовтня? Зараз. 7 жовтня 20. Розуміли, що ви вчиняли шахрайські дії. Да. З метою шукати, да, громадян? Да.